Кто-то? У кого-то есть вопросы, кто может хочет спросить? Say that if you don't become enlightened during the life, you understand? You can hear me? The last chance сказал, что если ты не можешь достичь просветления при жизни, то ты, у тебя есть шанс последний, чтобы оно произошло в момент смерти. Но с точки зрения эго, например, если кто-то... Ты всю жизнь испытывал голод, и в самый момент смерти, если кто-то тебя кормит, но ведь эго не может умереть так. Как оно может умереть так? Всю жизнь ты боролся, ты пытался всю свою жизнь, чтобы быть осознанным. И затем ты уходишь без наслаждения в блаженство, как бы. Very clearly you have to understand. Вы должны понять очень ясно. What is enlightenment? Что такое просветление? Master saying you. Мастер говорит вам. Be enlightened. Что вы должны быть просветленными. You will be in joy. Что когда вы станете просветленными, вы будете наслаждаться. Every moment in наслаждаться life. Жизнью, каждым моментом. But enlightenment means, но просветление означает, nobody is there что там никого нет, некому там наслаждаться. Все, чем вы думаете, кем вы являлись, ум, эго, я, это закончится. Если вы думаете, что произойдет после просветления, что я хочу достичь просветления, потому что я хочу наслаждаться, но это неправильно. Просветление означает, что вы тот, кто вы есть, какой вы есть. Вы перестанете быть, там никого, никому будет наслаждаться. То, кем вы себя сейчас считаете, это закончится. То, кем вы себя чувствуете, что вы этим являетесь, ум, эго, это умрет полностью. Если вы идете к просветлению для того, чтобы умереть, что я хочу перестать быть, вот это правильный подход. Все мастера говорят, умри, йог, умри. О, йог, о, ищущий, умри, умри, умри. Умри, как умер Горак. Умри, как умер Нанак. Умри, как умер Кабира. Если вы идете умереть, тогда, когда происходит смерть, и вы наблюдаете за смертью, тогда... Может быть, существование захочет отправить вас обратно. Вас больше не будет. Все ваши желания закончатся. Только когда ваши желания все закончатся, вы можете умереть или просветлеть. Даже если у вас есть это чувство, что я хочу наслаждаться, вот быть просветленным и наслаждаться. Нет. Это просто уловка ума. Ум говорит, здесь ты не наслаждаться, достигни просветления и потом наслаждайся. Мастер тоже говорит, что ты будешь наслаждаться. Он говорит, что сначала ты должен перестать быть.
И тогда неизвестно, если ты умрешь, если ты уйдешь. Ну, может быть, вы вернетесь в тело, но вы будете совершенно другим. Не будет того, кто был раньше. Да, все бессознательность закончится. Этой жизни и всех предыдущих жизней все закончится совершенно. Вы будете заново рождены. Вы получите новое рождение в качестве Бога, в качестве существования. Старое закончится полностью. И тогда, что бы существование ни захотело, делать через это тело, оно будет. Тот, кто хотел наслаждаться, он тоже умрет. Вот мы думаем, что мы будем просветленными, и потом мы будем наслаждаться. Но после просветления, тот, кто сейчас, после просветления его не будет, вы не встретитесь никогда. Придут совершенно новые вещи. Личность закончится, начнется существование. Так что это будет совершенно другая вещь. Так что первое, если вы идете к просветлению, вы должны идти, чтобы завершиться, чтобы закончить свое эго. И это правда, что когда у вас есть эго, немного радости, меньше эго, больше печали, больше эго, больше печали. Если много эго, много печали, потому что печаль и эго, это одно и то же. И эго должно уйти. И мастер говорит, что когда бы вы ни наслаждались, вы будете в свете, в радости. Так что почему бы не начать сейчас? Зачем вы думаете, что когда я достигну просветления, тогда я буду наслаждаться? Кто знает, вернетесь вы или нет, потому что вас больше не будет. Даже если у вас есть это желание, что я хочу вернуться после, просветление не произойдет. Просветление означает, что даже желание просветления заканчивается. Никаких желаний, ничего. Когда все желания заканчиваются, тогда это и есть просветление. Без отсутствия желаний, отсутствия ума. Вот это просветление. Так что даже это желание, если у вас есть, что после просветления я хочу наслаждаться, вы можете продолжать, но это не случится. Так что главное – это хотеть умереть. Я все видел, я ничего не получил, я никаких радости не получил. Я увидел все эти игры ума, игры эго. Все время я подчинялся эго. Эго управляло мной и побуждало делать разные вещи. И я следовал ему, и не было радости. Это точно. И мастер говорит вам, если до тех пор, пока у вас есть эго, радости не будет. Эго и радость никогда не встречаются. У вас есть либо эго, либо радость. Иногда приходит радость, и в то время эго почти нет. Если вы очень радостны, там почти нет эго. Чем больше радости, тем меньше эго. Так что первое, что вы должны понять, что если вы хотите быть просветленным, это значит хотеть перестать быть. Мастер иногда говорит, что умри, там, завершись. А иногда он говорит, наслаждайся. Потому что если он напрямую скажет, умри, люди пугаются. Они очень боятся смерти. Если кто-то говорит о смерти, сразу убегает. Никто не хочет умирать. Почему? Никто не хочет умирать, потому что они еще не начали жить в радости. Это жажда жизни, жажда жить в радости. И мастер говорит, да, окей, сначала ты должен радоваться. И путь,
как жить в радости, это следовать мне, делать, что я вам говорю, и тогда, может быть, вы станете радостными. И приходит радость. Мастер знает очень хорошо, что когда вы идете в радость, и когда приходит эта радость, эго начинает таять. Эго — это темнота, а радость — это свет. Когда приходит свет, темнота начинает растворяться. И она растворится. И однажды, когда вы будете полностью в радости, никого там не будет. Вас не будет. Вы — это темнота. Как будто темнота. Вы подобны темноте. И когда приходит свет, вы начнете таять. И поэтому он говорит, наслаждайся всем, что происходит. И вы вот наслаждаетесь полностью, и однажды вся темнота растворяется в этом свете. Все эго завершается в этом свете. Вот это путь, что, когда они говорят, они знают, что чем больше печали, тем больше вас. Потому что ум сильнее в печали. Когда вы радуетесь, вы начинаете таять, вы начинаете растворяться с другими, дружественность появляется, деление, встречаетесь. Вы полны любви, и когда вы в любви, вы хотите. Любовь всегда хочет идти к другим. Когда вы не в любви, вы закрыты. Вы сжимаетесь, вы не хотите никого видеть. Когда вы в депрессии, вы никого не хотите видеть. Вы закрываете свою дверь, живете внутри своей комнаты и даже выключаете свет. Не хотите ни себя, ни кого-то другого видеть, когда вы в большой депрессии. Никого не хотите видеть, вы идете в эту темноту. Депрессия означает сильная темнота. Из-за нее происходит депрессия, когда ни единый лучик света когда не проникает. И когда депрессии очень много, иногда такой человек совершает самоубийство. Самоубийство означает, что этот человек не остался никакой надежды, что в его жизни может случиться радость и свет. И у них была эта надежда, и они решили, что теперь надежды больше нет. Свет может случиться с тем, с другим. Любой, кроме меня, может быть радостным. Я нет. И когда вся надежда заканчивается, приходит решение завершить эту жизнь. Когда нету никакой радости, тогда человек совершает суицид. Люди, которые совершают самоубийство, это те, кто потеряли совершенно всякую надежду на жизнь, что какая-то радость может с ними случиться. Это тотальная депрессия. И тогда они говорят, ради чего продолжать жить все время в этом несчастье, в плохом настроении, в печали. Лучше покончить с этим. Но мастер говорит, вы можете быть радостным. Единственное, вы просто не знаете, как правильно. Вы не знаете искусство жизни. Просто способ вашей жизни неверный. Вы живете неправильно, и поэтому вы в печали. Он говорит, будь таким, будь в присутствии, живи от мгновения к моменту. Старайся быть здесь, и тогда радость придет. Чем больше вы будете здесь в присутствии, тем больше радости придет. Радость и присутствие — это одно и то же. Как только вы в радости, вы начинаете приходить здесь и сейчас. Если вы в моменте, приходит радость. И мастера знают, что когда вы испытываете радость, любовь, когда эго растворяется, тот день, когда эго полностью растворится, вы достигнете просветления, но вас там больше не будет. Эго и существование никогда не встречаются. Либо у вас есть эго, либо есть существование. Как только заканчивается эго, заканчивается ум, начинается существование. Это происходит одновременно.
Как только вы заканчиваетесь, тут же начинается он. И когда он начинает быть, вас больше нет, потому что некому испытывать радость. Просветление не дает вам радости. Просветленный есть радость. Просветленный есть любовь. Он не испытывает радость, не испытывает любви. Он даже не говорит, что я чувствую любовь. Они, просветленные, знают, что они есть любовь. Вы говорите, что я чувствую любовь. Я чувствую любовь с этим человеком, с этой вещью, с другой вещью. Означает, что вы и любовь разделены. Потому что кто чувствует? Между вами и любовью есть дистанция. А у них нет дистанции. Они и есть свет. Они и есть любовь. Они не говорят, я чувствую любовь. Они говорят, я есть свет. Я есть радость. Я есть любовь. И когда вы есть любовь и радость, эго, тот, кто был до этого бессознательным, его не будет то, кем вы были до просветления. Он абсолютно уйдет. И вы спрашиваете, что вот в конце, в основном в момент смерти люди достигают просветления. Потому что когда приходит последний момент, может 20 лет, 15, 30 лет вы в саньясе делали медитации, искали. Вы искали везде. Делали одно, другое. Третье, были с мастером на сатсанге, делали медитации, все это делали, но желания не закончились еще. И в последний момент, когда он приходит, это даже не только с саньясинами, это с каждым человеком происходит, когда приходит момент смерти, вся картина жизни перед ним возникает как фильм. И тогда он видит, что он за эти 60-70 лет делал, что он завел отношения, зарабатывал деньги, собственность, власть, а теперь все заканчивается. Я не могу это взять с собой. И в тот момент, если придет это понимание, что бы я ни делал, что то, что я думал, считал реальным, когда вы зарабатываете, вы считаете, что это реально, когда у вас есть отношения, там, мать, отец, жена, муж, это для вас реально. А в тот момент вы поймете, что никого с собой вы забрать не можете. Что бы я ни получил, не создал в этой жизни. С этим совсем уже покончено. Поэтому некоторое время назад я говорил, что по этой причине Александр Великий это оставил нам самое лучшее послание миру. Посмотрите, даже Великий Александр, тот, кто завоевал больше половины мира, кто-то правил больше, чем половины мира, даже он уходит с пустыми руками. Даже он не может забрать хотя бы свое тело с собой. Но он тоже понял лишь в тот момент. Если это понимание уйдет очень глубоко, вы можете стать просветленным. Вдруг все ваши желания закончатся. И когда ваши... И даже желание вернуться закончится. И тогда вы скажете... Что я буду делать, если я вернусь? Что бы я ни делал, я собираюсь. Я буду делать то же самое. Те же желания, тот же ум, те же вещи. Все, что я делал в этой жизни, я же буду делать то же самое. Тогда какой смысл? И это понимание приходит, когда вы медитируете, когда вы наблюдаете за собой. В самом конце придет эта картина. Вся ваша жизнь перед вами встанет как фильм. И вы увидите, что вы делали. И вдруг все покидает вас, и ничего вы не можете уже забрать с собой. И тогда приходит это понимание. Поэтому в момент смерти, в последний момент, многие становятся просветленными. 90% в момент смерти становятся просветленными. И тогда, если после этого, если существование выбирает их, что они должны быть просветленными и должны вернуться в качестве мастера, просветленный возвращается только
как мастера, чтобы поделиться с миром, с людьми, чтобы учить их, чтобы делиться с ними, чтобы дать людям почувствовать вкус существования, чтобы рассказывать о существовании, что это, как, и давать вкус. Для этого они приходят. И мастера должны приходить. Они приходят в качестве мастеров. И это их единственная работа. Они не приходят ради себя, потому что нет желания. Они их существование отправляют и говорит: теперь ты знаешь, и через это тело я хочу дать это послание. Поэтому мы называем их посланниками, мессиями, посланниками существования. They not came for themselves. Они пришли не ради себя. Their wishes finish. Их желания закончились. They no need to come. Им не нужно приходить. Но существование должно кого-то выбрать. Если кто-то становится просветленным в молодом возрасте, если они до смерти достигают просветления, тогда, если существование хочет, он вернется. Если существование не хочет, они просто растворятся в свете, в существовании. But who is coming, this is, that is totally different. Но тот, кто приходит, new, это совершенно новый, новорожденный. Все будет новое. When he born, again we open the eyes, когда он родится и снова откроет глаза, он откроет глаза. Если откроет, если снова дыхание к нему вернется, если энергия вернется, что существование захочет, что ты хочешь, что ты должен жить. И это будет единственная цель его, чтобы теперь распространяй мое послание, потому что так много людей ждут и так много людей испытывают печаль в мире. Бог не приходит, как он есть напрямую, у него нет тела. Он должен. И когда эго заканчивается, Бог начинает течь. И так Бог здесь, но эго — это преграда, потому что он думает, что я. И это эго должно закончиться, и просветление означает, что я хочу перестать быть. Я хочу умереть. И когда вы приближаетесь к смерти, к концу, когда вы приближаетесь к отсутствию, приходит радость. Радость приходит только, когда вы не в эго. Если вы готовы быть ничем, там эго не может выстоять. Как оно может выстоять? Здесь 50 людей, а вы говорите, я ничто. Я ничего не хочу, чтобы... Мне не важно, что они думают обо мне, там, что я красивый, там, высокий, низкий. Мне это не важно, я буду сам по себе. Тогда эго не будет. Потому что такое эго? Что вот вы приходите, и если никто с вами не разговаривает или не смотрит на вас, вы чувствуете боль. О, никто не дает мне сок, внимание. Вот это эго. Эго желает внимания. Но если вы ничто, вы говорите, я ничто. Кто-то смотрит, окей, не смотрит. Вообще это не важно. И там эго не будет. Эго не может быть там. До тех пор, пока эго... Ну, иногда эго меньше, иногда больше, иногда очень много. Иногда эго очень мало тоже. Эго похоже на надувной шарик. Вы знаете, вы берете шар и надуваете его. И он становится больше, больше. И чем больше... И он выглядит уже большим, когда в нем много воздуха. Это большое эго. Эго президента. Шар, баллон президента очень большой, и все смотрят, какой же он большой. У обычного человека он средний. Если совершенно обычный человек, никто даже не знает, кто вы такой. Никто не заботится, не смотрит на вас. Тогда эго очень мало. Только ваше эго. Но не для других, не для того, чтобы показать там другим. Ну, вот так.
Несколько дней назад я вот думал, я сказал, что каждый это как шар, наполненный воздухом. А иногда вы идете на какой-то фестиваль или празднование там где-то в социуме. Там бывают магазины. Там есть тир, допустим, где надо попадать по шарикам. Я в эту игру вот любил с детства. Пойти и пострелять по шарикам. Когда я приходил и смотрел, кто готов, кто хочет взорваться. Когда выходит пуля, если направление правильное, если прицел был, шарик взорвется. И тогда этот шарик уйдет, эго закончено. Но иногда я стреляю, но шарик тоже очень хитрый, он может увернуться. Иногда там рука не может правильно прицелиться по шару, но мастер всегда имеет. Эго — это шар, а он хочет взорвать его. И также он хочет. Он может взорвать только тот шар, чье эго очень большое. Сначала эго должно вырасти очень сильно. И тогда ему очень нравится. То есть есть два пути. Либо ваше эго должно стать очень большим, и тогда он стреляет. У всех мастеров вы можете изображение у Кришны это трезубец, у Кришны еще какое-то оружие, у кого-то там меч. Это просто символ, что у них есть то, чем они могут убить эго. Некоторые шары приходят, когда они чувствуют любовь. Они говорят: «Любовь так прекрасна, зачем мне быть в этом?» И они просят: «Убей меня, покончи со мной». И тогда однажды, когда вы на самом деле приходите к смерти, тогда смерть, тогда эго умрет. Мастер не может заставить или силой это сделать до тех пор, пока вы сами не попросите, пока вы не будете молиться: «Пожалуйста, убей меня, я уже не могу, я не могу больше жить с этим таким. Я увидел всю свою жизнь, все эти игры, и теперь я просто сыт по горло. Мне больше не надо этого». И тогда приходите к нему. Был один мастер, Райдас, в Индии. Его звали Райдас. Когда он медитировал, он был мясником. Он резал коз, овец и продавал мясо. Когда он начал медитировать, в любовь в нем возникла. Много любви. Когда приходит любовь, очень трудно человеку резать там животных или вообще. Когда приходит любовь, точно очень трудно будет даже оскорбить кого-то или что-то плохое, или там обидеть кого-то. Это очень трудно будет, потому что тогда вы знаете, что если... Когда вы любите что-то или кого-то, вы становитесь единым с этим. И когда вы оскорбляете, означает, что вы оскорбляете самого себя. Если вы бьете кого-то, это значит, что вы бьете себя. Никто не хочет самого себя бить. Вы никак нельзя увидеть, чтобы одна рука била другую. Можно хлопать только. Но хлопанье — это приятно. Но чтобы одна рука била другую, никто так не делает. Никто не бьет свою ногу. Но в сильной депрессии иногда люди себя бьют, когда много эго. Но в основном нет, потому что они знают, что если одна рука будет бить другую, я сам буду страдать, я буду испытывать боль. Когда у вас есть любовь, вы
не можете, не очень трудно бить кого-то, трудно обманывать кого-то, трудно быть насильственным, проявлять гнев. Очень трудно, когда вы в любви. Поэтому никто не делает так. И он, когда шел к себе в магазин и начинал резать там козу, ему стало это очень трудно, он не мог этого сделать. И он говорил, спрашивал, как я теперь могу порезать эту козу? Она живое существо, такое же, как я. У нее, в ней есть жизнь. Как я могу этим ножом? Если бы меня кто-то начал резать, как бы я чувствовал себя? Когда вы в любви, вы думаете так? Вы даже не можете... Ну, даже жестким вы не можете по отношению к кому-то стать. И он плохо себя чувствовал, и постепенно его дело начало разваливаться. Он не резал коз, и посетители приходили, он говорил, у меня нету мяса. И они уходили, очень трудно. И затем он пришел к мастеру. Мастер, теперь я в затруднении. Ты сказал мне, люби, медитируй. Я медитировал. Я чувствую много любви теперь. И теперь для меня очень трудно резать. До... Раньше это было легко. Я просто брал нож и одним движением мог отрезать. А теперь он спрашивает, как, что мне делать теперь? Как мне выживать? У меня нет денег. Как мне кормить свою семью? Как, на что мне есть? Ты же что-то неправильно сделал со мной. Что теперь мне делать? Как я выживу? Расскажи мне путь. Как мне заработать? Потому что этим путем я не могу дальше идти. Мастер сказал, ну, это несложная вещь. Иди и сядь у себя там, ну, в магазине. Продолжай быть мясником и продавай мясо. И делай так, как я делаю с тобой, с вами. Он говорит, как это? Когда вы пришли, вы сидели со мной, постепенно вы влюбились. Я даю вам так много любви. Вы не видите, но любовь, моя любовь идет в вас. Так много любви идет. И когда вы чувствуете огромную любовь, вы приходите, поклоняетесь и говорите, о, мастер, пожалуйста, убей меня, покончи со мной. И когда вы меня просите, тогда я убиваю вас, и вы достигаете просветления. Делай то же самое с козами, с овцами. Дай им столько любви, что в конце концов они придут к тебе и просят, будут просить, пожалуйста, убей меня, потому что она хочет освободиться, закончить эту жизнь. Если она говорит, покончи со мной, значит, что она не наслаждается, она хочет идти дальше, освобождаться. И вы, так что ты будешь освобождать их. Вот так ты можешь делать. Он ушел. Ну, смысл в том, что мастер говорит, как он работает с учениками. Вы знаете, что когда вы любите кого-то, когда вы любите жену, жена говорит, ты моя, я могу делать все для тебя. Когда она не в любви, она похожа на Кали. Она готова даже убить вас. Когда она в любви, ну или муж там в любви, ну или кто-то любой, тогда они говорят, тогда они спрашивают, что я могу сделать для тебя, что я могу сделать, чтобы порадовать тебя, чтобы ты получил радость. Вот это любовь. Когда вы в любви, так. И он сказал, иди и просто люби овец. Они очень чувствительны. Они чувствуют любовь, потому что у них нет ума, нет эго. Им легко сдаться. Они легко сдадутся, если вы пойдете с любовью. Но если вы пойдете там с оскорблениями, там жестко, даже если вы пойдете там, к деревьям, и захотите сесть рядом, если вы пойдете с насильственным намерением,
чтобы отрубить его, дерево закроется. А если вы пойдете с любовью, и ваши вибрации любящие, дерево откроется. Вся природа может открыться. Все открывается через любовь. Где бы ни происходила любовь, происходит открытие. Где бы ни происходило насилие, происходит сжатие, страх. И мастер говорит, наслаждайся, будь в любви, иди за любовью, потому что с любовью вы постепенно растворяетесь. Когда ваша любовь тотальна, ваше сердце наполнено светом, и ни единой секунды темнота не может там выстоять. Но точно просветление, не говорите, что я хочу стать просветленным, потому что после я буду более красивым, более грациозным или чем-то больше. Иногда, когда вы видите мастера, его величие, путь, как он живет, и вы думаете, о, я тоже хочу быть таким. Много фальшивых мастеров. Что это такое? Фальшивый мастер? Это тот, кто видел, как живет настоящий мастер, что так много людей приходит, поклоняется ему, и они думают, почему я тоже могу быть таким? Но это не настоящее, это неправильное желание. Правильное желание – это закончится. И тогда это случится. До того никогда не случится. Многие люди хотят быть просветленными. Они говорят, у меня есть жена, у меня есть муж, у меня есть машина, у меня есть дом. И плюс у меня еще будет просветление. Вот еще одна вещь. Типа я могу быть президентом, и я также могу быть просветленным. Но просветление это не такая вещь. Внешние желания, но просветление – это когда все ваши желания уходят. Вот это просветление. Желания ушли, ум ушел, эго закончилось, никакой темноты не осталось. Это свет. Когда уходит темнота, там будет только свет и ничего больше. Просветление, если вы видите просветленного в теле, живого. Он двигается, он ест, он разговаривает как тело, но его больше нет. Это мертвый человек. Абсолютно мертвый. Внутри нету ничего. Пустой бамбук. Абсолютно пустой. Полный бамбук. Вот это просветление. Что бы ни происходило, он течет с этим. Как хочет существовать. Что не хочет, чтобы вы говорили, вы говорите. Хочет, чтобы вы сидели в тишине. Сидите в тишине. Что бы оно ни захотело. Я ничто. Я. Если вы идете ради того, чтобы быть ничем, тогда это вы на правильном пути. Тогда это правильный подход. Если вы хотите быть просветленным, даже если вы хотите почувствовать себя, как я буду чувствовать себя после просветления, просветление, так это не работает, не случится. По этой причине многие люди не достигают просветления при жизни, потому что все еще они хотят просветления. Они видят, как мастер выглядит более прекрасным, более радостным. И они думают, почему бы не быть таким. Но они не знают, что такое мастер. Они видят его тело или его внешнее проявление, что вот он такой, что всегда люди с ним, что они молятся, вспоминают его, служат ему. Что это хорошо. Но что у него внутри? Не знаю. Внутри он
его больше нет, там ничего нет. И нужно идти к просветлению, чтобы стать никем, ничем. И я говорю, когда вы начнете становиться ничем, начнет приходить радость, и темнота закончится. Быть чем-то означает темнота, быть ничем означает свет. Быть ничем. И тогда это произойдет. Когда я медитировал, я никогда не медитировал ради того, чтобы быть мастером там, или быть просветленным. Я всегда хотел лишь одного. Я хотел умереть. Я хотел увидеть свою смерть. Я хотел познать, что такое смерть. Вот это был главный мой вопрос. Я начал с этого вопроса. И когда радость приходит, ну, конечно, в медитации очень много радости приходит, большая. Я всегда чувствовал, что я летаю. Но, потому что я не знал еще, я продолжал. Мой вопрос не был еще разрешен. И я продолжал. Мое путешествие началось с этого вопроса. Мне был 21 год, я был молодым человеком. У меня был магазин. Каждые выходные я приезжал к себе в город. Мой магазин был в 40 километрах от моего города. Каждые выходные я приезжал домой, а затем в понедельник возвращался. И две ночи в неделю я проводил. И вот и так я приехал однажды. И я знал, что моя мама ушла в дом к дедушке. А я очень любил свою маму. И я захотел встретиться с ней, потому что всего на две ночи я приехал. Я взял велосипед и поехал к дедушке. Доехал туда. И узнал, что она ушла к другой тете дома. Ну, я подумал, ну что теперь делать? Уже поздно. Взял своего дядю, брата матери. Мы пошли на рынок, выпили пиво, пошли в кино, вернулись и заснули. Я немножко поговорил с бабушкой, с дедушкой. Ну так, чуть-чуть. И я уснул. Рано утром, в 5:30, где-то в 6. Я был еще сонный. Пришел слуга с другого с дома, с тетей. И он разбудил меня и моего дядю. И он сказал, что дедушка очень болен, его дыхание очень слабое. Нужно взять доктора. Мы взяли доктора и пришли. Доктор посмотрел, дал таблетки, уколол и сказал, что случился сердечный приступ. Я дал ему таблетки, чтобы он поспал. Через 2-3 часа я вернусь, и мы проверим. Хорошо. Я умылся, я торопился встретиться с матерью, взял велосипед и поехал к тете. Как только я доехал, а я знал, узнал там, что она вернулась к дедушке. И вот 2 часа мы ушли. И когда я вернулся к дому, к дедушке, у него был такой большой участок в доме, там были ворота главные. И вдруг я увидел через ворота, что много людей дома. Я спросил, что там происходит. Я вошел внутрь, и там я увидел мертвое тело. Доктор пришел и сказал, что он ушел. Я сказал, хорошо. У меня не было никакой печали, потому что я не был привязан. Ну, ушел. Для меня это было обычно. Никакой боли. Моя мама плакала, там мои братья, сестры плакали. Для меня это было ничего.
Там начали друзья, родственники приходить. Там лежало мертвое тело. Кто-то был действительно печальный, кто-то притворялся печальным. Они показывали, что они грустные. Одна моя... приемная мать моего отца, она приехала на рикше. Она была нормальная, я видел, ничего с ней не было. Она пришла, заплатила водителю рикши, как только она вошла. Как только она подошла к мертвому телу, она начала так сильно плакать, И ну, так вот играла такую боль. Секунду назад с ней было все в порядке, ничего не происходило. А теперь она так себя вела, как будто она испытывала самую большую печаль и боль. Такая драма большая. И это во многих я видел. Кто-то на самом деле был печальный. Кто-то играл драму, потому что родственники бы сказали, неужели ты не испытываешь печали? Там твой дедушка или отец ушел. Ну, весь день так проходил. В Индии у нас традиция. До того, как мы идем к могиле, мы моем тело водой, кёрдом и молоком. Ну, вот. Раздеваем и умываем. И сын это делает. И сын моего дедушки, он это делал, а я стоял там. И все там были, смотрели. И тогда, когда он это делал, и там вот этот носилка из бамбука, на котором лежит голое тело. Я смотрел, смотрел, и вдруг во мне возник такой крик, даже рык возник во мне, сильнейший. И я не знал, я взорвался и плакал, я не мог остановиться. Все приходили, успокаивали меня, но я не мог успокоиться. Умывание закончилось. Они уже положили в грузовик тело, и я тоже там... Они там положили на место для сжигания тела. И я там сидел и смотрел, за всем наблюдал. Я думал, что прошлой ночью я видел его. Мы с ним даже поговорили, немножко мы с ним разговаривали, и вдруг утром его больше нет. Куда он ушел? Мне было 21 год, ведь однажды я тоже умру, я точно так же, как он, это точно. Теперь мне 21, а где я был до рождения, я не знаю. Я не знаю, кем я был. И этот вопрос только во мне. Кто я, кем я был? Что случится, когда я оставлю тело, когда я умру? Куда я уйду? Я слышал, что я там сознание, что я душа, что душа никогда не умрет. Но я не знаю никакой души. Я не знаю, что такое сознание. И этот вопрос пришел. Начали сжигать тело. Мы вернулись домой, но всю ночь во мне был только этот вопрос. Что произойдет после смерти? Что такое смерть? Что произойдет после смерти? Я вернулся к себе домой на следующий день. Я там был человек, я не знал, что он саньясин. Он был хозяином, у кого я арендовал комнату. И он начал говорить, мы начали разговаривать о духовном. 3 дня мы непрерывно разговаривали, спорили. Он говорил одно, я задавал вопрос, он отвечал. 3 дня непрерывно. Мне понравилось это. Он дал мне одну книгу, Ошо.
Я не хотел, но я так вот, не хотя согласился. Взял, пошел к себе в магазин, начал читать. Но с этой книгой ничего так не произошло. Это известная книга была. Известная книга Оша «От секса к сверхсознанию». Я взял эту книгу, думал, может быть, там про секс будут какие-то классные техники. Потому что в то время, конечно, я хотел и любил заниматься сексом. Ну, все. Я знаю, что всем нравится. Когда я начинаю говорить о сексе, вдруг все начинают прислушиваться. О, теперь что-то интересное. Я был таким же. Я думал, может, там будут какие-то интересные техники, что я смогу использовать там в сексе, все такое. Я почитал, но... А там ничего такого не было. Он говорит, кундалини, энергия, пробуждение кундалини к сахасрам. Я ничего не понял из этой книги. Никогда не слышал этих слов раньше. На следующей неделе я вернулся и вернул книгу. Я сказал, хорошо. Он спросил, как тебе? Я говорю, ну окей, нормально, ни хорошо, ни плохо. Мы немножко поговорили. Я сказал, хорошо. Теперь я завтра возвращаюсь к себе в магазин. И я ждал автобус. И вот он пришел и говорит, вот еще книжка. Я на самом деле уже не хотел. Я не хочу, я же не пойму опять. Я просто потеряю время. Но сказал, ну ладно, положи мне в сумку. И затем я вернулся. И в этой книге Ошо говорил о Кабире. И тогда я открыл книгу в своем магазине, начал читать и начал плакать. Каждое слово ударяло в меня, открывало мое сердце. Я сказал, это... Я не знал, Ошо или Раджниш. Я сказал, этот человек абсолютно на 100% прав. Мое сердце говорит, мое сердце растворяется. Я сказал, хорошо. В этой и других книгах говорилось, делай медитацию. Но мое путешествие началось с этого вопроса, что я хочу узнать, что такое смерть, кто я. И однажды пришел ответ, что происходит после смерти, что такое умирание, что после происходит, куда мы ходим, что такое сознание. Все эти вопросы были разрешены. Вопрос был отвечен. Я постоянно в медитациях пытался умереть. Шел в горы, 5 часов, 10 часов лежал, ждал смерти. Шел на могилу, лежал там, чтобы приглашал смерть. Я хотел знать, что такое смерть. Что произойдет в момент смерти? Когда я умру? Как это? Я хотел узнать этот секрет. Я хотел быть ничем. И вот это я тоже говорю, что просветление означает желание быть ничем. Когда вы ничто, затем, если существо не отправит вас обратно, то окей. Тогда существо не будет делать то, чего бы оно не хотело делать через это тело. Это не мое тело, это его тело. В самом конце, когда вы будете оставлять тело, перед вами возникнет итог всей вашей жизни. Что вы делали, что вы потеряли и что вы обрели. Многие картины возникнут в тот момент, если придет понимание, что все, что я получил, все, что я создал, заработал, что это не имеет значения, что я просто потерял время. Может быть, если бы всю эту энергию я вложил в себя, я бы узнал себя. В то время, если вы будете медитировать, если вы любите мастера существования, тогда может хорошее понимание к вам придет.
и вы уйдете. 90% вот так происходит. Из 100 просветлений 90 происходит в момент смерти. Они идут к мастеру, идут к существованию, растворяются. И затем, если должны вернуться, вернуться. Это зависит от существования. Если оно выберет ваше тело, ваш путь, ваш способ выражения, какова флейта. Каждая флейта разная. Флейта Ошо была самой лучшей. Как он пел, как эта флейта играла, какую красивую музыку она издавала. Очень редко. Абсолютно восхитительно. Но его флейта была обучена. Он обучался много жизни. Он учился тому, как быть хорошей флейтой, как издавать красивую музыку, как давать послание в мир. Он учился, тренировался. И он пришел и начал распространять. Когда он жил, 40 лет он распространял. И все еще продолжает распространять. Он начал, и теперь это никогда не закончится. Это будет продолжаться и продолжаться. До пока это существование не перестанет быть. Его флейта не замолчит. Так что это зависит от существования. Если он выберет данную флейту и скажет, что она правильная, что я могу через нее петь, что она подходит, и тогда она отправит вас. И когда она отправляет, она начинает играть через эту флейту. Желание «я» закончилось в то время. Мое желание уже закончилось. Его больше нет. Я живу как мертвый человек, как ничто. Много разговариваю, проявляю себя. Там. Если вы посмотрите, кажется, что я такой радостный, но когда я иду к себе в комнату, все заканчивается. Ничего. Закрываю глаза. Абсолютная пустота. Полная пустота. Кто-то приходит и говорит, о, там время для обеда. И там время еще для чего-то. Наслаждайтесь моим пространством. Наслаждайтесь моим присутствием. Anything more or finish? We finish. Что-то еще или мы заканчиваем? It was in morning was session. So after now we finish this satsang, we have one meditation, dance type meditation. После сатсанга будет танцевальная медитация. Некоторые люди на ретрите, они все будут делать. Кто хочет делать танцевальную медитацию, они могут. Will be 3 o'clock. Second session for retreat people, Vipassana will be there. Who want to do, they come. And who not doing and also want to do, they can join. Могут присоединиться те, кто хотят участвовать в Vipassana. First two session happened morning 9 o'clock. Now 3 o'clock. Second. Первая сессия уже в 9 была. В 3 и 2, в 6 третья сессия. Between 3 and 6, one meditation will be Kundalini. Kundalini can do anybody. 3 и 6 будет медитация кундалини, она для всех. Люди ретрита обязательно должны делать. Остальные могут присоединиться по желанию. Будьте более осознанными. Делайте медитацию. Придет любовь, и тогда у вас будет чем делиться. Это бриллиант. Теперь у вас есть бриллиант, и делитесь теперь. Это настоящий бриллиант. Just I remember when I've seen first time
Я вспоминаю, когда я впервые увидел своего мастера Ошо в Манале. Он пришел после мирового тура, жил там в 5-звездочном отеле. Мы услышали, что он приехал, я поехал, чтобы увидеть его впервые. Там было всего там 30-40 человек. Утром, 8, мы стояли все по линии, он проходил, выходил гулять, в 2 шагах он проходил и смотрел на каждого. И вот так уходил. Так он раздавал даршан. Никакого разговора. Одну минуту он смотрел на человека. Приходил мимо. Каждый день, каждое утро это было. И я там стоял. Со мной были еще друзья, которых я знал. Когда даршан закончился, люди начали рассказывать, что вы, кто что увидел, как он выглядел, что кто чувствовал. Кто-то говорил, ты увидел? У него в шапке там бриллиант, там еще бриллиант. Я сказал, я не заметил бриллиантов. Кто-то говорил, какие у него часы, какие самые дорогие часы на нем были. Его одежда была такой, ну, дорогой. И я сказал, ничего из этого я не заметил. Тогда что ты увидел? Я сказал, когда он пришел, просто подошел близко. Я просто утонул в его глазах. Там были только глаза. Только мои и его глаза. Я смотрел. Я не смотрел ни на какой бриллиант. У него были там видны часы на руках. Я не видел ни часов, ни бриллиантов. Я видел только его глаза. Таких глаз я никогда не видел. Эти глаза – настоящие бриллианты. Я не смотрел, сколько у него есть, сколько бриллиантов или там цены этих бриллиантов, не оценивал. Люди там думают, наверное, там несколько миллионов стоит. Ну, ум так вот оценивающий. Я ничего из этого не видел. На следующий день я говорил, ну, теперь я посмотрю эти бриллианты. Но как только он подходил, я снова забывал о бриллиантах. И я просто уходил в его глаза. И меня больше не заботило, что на нем. Только глаза и еще одна вещь больше. Когда я смотрел на его лицо, я видел его щеки также. И щеки были как у новорожденного ребенка. Даже вы к новорожденному боитесь прикоснуться, настолько нежный, настолько чувствительный. Очень трудно прикоснуться даже. И вот так я чувствовал. Такая нежность. Как роза. На третий день я сказал, я видел щеки и глаза. Таких щек я никогда не видел. Была совершенная красота, удивительная. Вот люди смотрят на мастера, сколько у него есть. Много людей были озабочены, что у него там 96 Rolls-Royce. Такой большой ашрам, сколько денег он зарабатывает. Вы упустили. Вы не видели, что он есть. Смотрели только, что у него есть вокруг. Те, кто смотрит на внешнее, они обязательно упустят.
Либо вы смотрите на настоящий бриллиант, либо на материальный бриллиант. Я сказал, я никогда не видел такого. Меня не заботило, что, как он живет, там, что он говорит, как он живет свою жизнь, что он делает после сатсанга, что там в Лао-Цзу происходит, как он ест, как он ходит, как разговаривает. Меня это не заботило. Я ждал только, как он придет, будет на сатсанге, я хотел быть в его присутствии. Я говорю вам, если вы с мастером чувствуете его присутствие, это настоящее. Что он делает, что он говорит, что он там делает, это не имеет значения. Несколько дней подряд я говорю, если вы смотрите, что мастер делает или что он имеет материального, вы упустите, что он есть на самом деле. Его реальность — это любовь, его реальность — это присутствие. Окей. Сатвика, put music, who will put Danika? We enjoy Shiva. Remember, we are the Shiva. Помните, что мы Шива. Remember, we are the Помните, что мы сознание.